14 декабря на футбольном поле поселка Афипский прошла торжественная церемония вручения ключей от нового автобуса. Учащиеся спортивной школы номер 1 с комфортом смогут принимать участие в выездных соревнованиях различного уровня. С этим событием воспитанников школы поздравил глава муниципалитета Адам Джарим. Автобус купили для того, чтобы было комфортно вам передвигаться на соревнования, ездить. Вот. Поэтому дай Бог, чтобы все было хорошо. Наша надежда, наша опора – это вы должны понимать. Родители, руководители, все, что делают, направлено на то, чтобы вам было комфортно по жизни. Вот. А дача с вашей стороны, еще раз повторюсь, хорошей учебой, занятием спортом и в дальнейшем стать хорошим человеком. Денежные средства на приобретение автобуса выделены из бюджета Северского района.